Для Барнаула и края это стало уникальным событием. На площади Сахарова в канун Дня Победы развернулись нешуточные бои. С одной стороны игра, с другой – возможность прочувствовать атмосферу военных событий, стать их соучастником. В главных ролях реконструкции безымянной высоты были школьники. Среди зрителей – жители и, конечно, ветераны. Всего около 4000 человек. Говорят, после многие плакали. Близко, то есть реально, если можно так сказать, понимаете. Вот у меня такое впечатление. Не менее трогательным обещает быть зрелище в этом году. В городском молодежном комитете подготовку начали. На этот раз воссоздадут кульминационное событие всей Великой Отечественной – взятие Рейхстага. Историческую подготовку начали с запроса в архив Министерства обороны, чтобы получить буквально поминутную и достоверную информацию, как это было. Достаточно кровопролитные бои. Оборону держали самые, как бы, скажем так, элитные части СС, и здесь действительно достаточно такая мощная подготовка была и по взятию. Ну, скажем так, Рейхстаг брали практически неделю. То есть и за это время, безусловно, весь этот аспект, накал страстей, саму битву нам нужно уложить в рамки, скажем так, нашей реконструкции. Это 40-45 минут. Разработка сценария, пошив солдатских костюмов уже начались. К слову, в новой реконструкции примут участие не 130, а уже 400 актеров, подрастающее поколение. Будет больше пиротехнических взрывов, военных боевых машин. Сейчас ведут переговоры о привлечении БТРов, танка Т-34, немецкого «Тигра», самолетов и десанта. 7 мая в 18 часов на площади Сахарова мы станем свидетелями взятия Рейхстага. Лариса Куренкова, Николай Шилко, информационный канал «Город».